Развитие горнодобывающей отрасли Казахстана обсудили участники семинара в итальянской Флоренции. Форум посвящен 125-летию выдающегося ученого, геолога, первого президента Академии наук Казахстана Каныша Сатпаева. Посол нашей страны в Италии Ербулат Симбаев представил участникам встречи книгу об академике и передал ее в дар фонду геологии Тосканы. В своем выступлении он назвал Италию важнейшим стратегическим партнером Казахстана. 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой проходит через нашу республику. За годы независимости объем итальянских инвестиций в Казахстан составил более 9 миллиардов долларов. Здесь работают около 300 итальянских компаний. Представители итальянской стороны подчеркнули, что готовы к расширению партнерства с Казахстаном в сфере развития минеральных ресурсов. В 2009 году Казахстан и Италия заключили договор о стратегическом партнерстве. Благодаря своему географическому положению, Казахстан является абсолютным центром региона, и развитие среднего коридора имеет экономическую, политическую и экологическую ценность и поможет расширению двусторонней торговли. При обновлении инфраструктуры объем грузоперевозок может вырасти в 10 раз, достигнув 11 миллионов тонн к 2030 году. Это одинаково важно для Астаны, Рима и ЕС. Мы разработали и провели серию мероприятий, начиная от форума в Милане в октябре и многих других в регионе. В этом году расширилось экономическое взаимодействие Казахстана и Италии. Оно не ограничивается нефтегазовым сектором. Мы говорим о туризме, выработке энергии и о возобновляемых источниках. В Казахстан приходят итальянские технологии. Декарбонизация, трансформация полезных ископаемых – основные сферы для сотрудничества.